Здравствуйте, с нами сейчас Вячеслав Геннадьевич Буцаев, главный тренер хоккейного клуба «Витязь» после матча, первого матча на Кубке мэра Москвы с «Спартаком». Вячеслав Геннадьевич, пожалуйста, ваш краткий комментарий по игре. Что по игре можно сказать? Молодцы, что смогли перевести в овертайм игру, это в плюс, но сегодня таких было много очень ошибок, которые, ну, в принципе, не должны были допускаться. Но, опять же, заключительный этап подготовки к чемпионату, осталось несколько матчей, поэтому здесь нужно уже именно уделять внимание таким вещам, как правильная игра в правильном месте. Коллеги, вопросы? Неинтересно. Спасибо. Расскажите вообще, пожалуйста, вопрос. Как у вас вообще цели команды на ставить какие-то перед на этот турнир перед командой? Ну, естественно, наверное, любая команда ставит перед собой цели. Наверное, скажу банальные вещи. Это в каждом матче настраиваться на победу и играть правильно. Мы не исключение. Спасибо, как бы здорово. Спасибо.